Привет, друзья. Предпродажная проверка массажера. Это у нас Vital Max. Массажер привезенный из Германии. Здесь сразу табличка, что таймер есть 15-30-60 минут. Что у нас сбоку есть? Можете на паузу ставить. Читать, кому интересно. Вот так вот он на стул ложится. Массажер. Непонятно, БУ или новый. То есть здесь есть кто-то срезал какие-то таблички или алармы были. Вот тут также самый вырезан кубик. Хотя есть коробка. Я больше предпочитаю массажеры роликовые. Так, вот так вот, друзья. Ну, визуально он вроде новый. То есть нету никаких потертостей вообще. Вот такая вот у нас лейба. Сзади у нас имеются резиночки, то есть чтобы закреплять чехольчик для пульта. Собственно, он с коробки чуть-чуть примятый, вам да на стуле закрепить, он распрямится. И у нас вот здесь промацуется. Раз, два, три. Тут нету. Это снизу надо. А, здесь вот они нарисованы. Здесь справа и слева. Вот, раз и два. А получается у нас 5 вибромоторов. Вот такой вот блок питания у нас. Включаете в резетку, и он начинает сразу вибрировать. Верхний сейчас не вибрирует. Этот вибрирует, вибрирует. И оба эти вибрируют. Верхний. Непонятно. Странно, друзья. То есть кнопка Power отключает только пульт. То есть не светятся диоды, ну, не показано какой режим, но не выключает. То есть сам массажер выключается с резетки. То есть мы включили, он сразу начинает массажировать. Включаем Power и видим, как он сейчас массажирует. Ага, он... А, не, верхний работает, друзья. Вот когда загорается верх, то и включается верхний массажер. То есть он сейчас у нас по очереди. Вот так вот. Это у нас таймер. А, все. То есть когда вы включили в резетку, таймер, наверное, на 15 минут выставляется. Так, что у нас дальше? Это варм. Ага, это нагрев. Наверное, варм. Ну, варм на немецком это нагрев. В общем, друзья, нужно разбираться. Вот сейчас все вибрируют, походу. Ага, это вы выключаете, какие не нужны или какие нужны. То есть здесь моды переключаются, режимы массажев. Ребята, пишет на немецком языке. Я больше английский знаю. То есть немецкий интуитивно понятно. Ну, в общем, друзья, вот так вот это вот работает. То есть, если бы я им бы пользовался долго, может быть, я много бы рассказал. Вот есть моделька CF TR2602, 12 вольт, почти 10 ватт. Так, я таким именно не пользовался, я пользовался роликовым. Вот фирмы Homemadic, то есть по нему я могу рассказать много. А вибрационные я не очень люблю, я люблю роликовые, которые ездят по спине. В общем, вот так вот. Спасибо за просмотр. Всего наилучшего. До новых встреч. Пока.